OSP. На издыхание аккумулятора. О, Wall Battery показывает. Чего показывает? Батарейка. Что, садится? Да, все. Теперь я не сниму, как девушка купальник снимет. Так. Зарядить-то спокойно. Конечно. Конечно, можно. Ага. Снимаем светом. Давай. Ведущий журналист. Гордость и краса. Вау. Смущай меня. Смущаю. Не смущать или смущать? Нет, не надо смущать. Посмущай. Если у тебя так плохо, ну ты еще особенно мне. Лера, как мне плохо. Продажа каких-то нефондовых, бюджетных, бюджетных фондов, не фондовых, что-то семинар, понимаешь, для работников экономических каких-то служб на заводах. Представляешь, что это? Представляю, как тебе было интересно. Это настолько было омерзительно, что типа планика. Я вообще, я сидела, синхрон писала на 20 минут. Ну вот матрос. Нет, водитель наш. Да. Да. Что здесь написано? Да. Да. Такая да, вот тяжелая. Камера усохла. Усохшие камеры. Да, Анатолия, 81, второй этаж, малый зал, пресс-конференция с представителями краевых учреждений. Я за всю неделю первый день специально накрасилась. Ну, наверное, не как специально для камеры. Да-да-да. Работать в камере – это... Легкое дело. А да. Что ты делаешь, Наташа? Я, короче, афганцы воины. Вот они дом свой строят. И все никак не достроят. Это чебурашки такие. Мы строили. Ура! Буду тревожить оператора. Снимаю. Сюжет делаю. Ну. Жека крупным планом. ВКС, компакт, после него. Фотографию снимет сейчас. Памятник снимаю. Дай пролейбль. Автоматическая камера. Тут можно на просвещение снимать. Уже. Раз не снимал на кино. Это твое такое замечательное изобретение. Чего? Камера. Камера? Да. То есть как мое? Вот то, что у тебя в руках, это чье? Мое. Замечательное изобретение. Отстроил белый. У меня автоматическая дырка 0,7. Как ты баланс брал на ней? Вот буквально так. Покрыл. Телекомпания ТН, я так. На фон. Здравствуйте, дорогие телезрители. Ну ладно, камеры, там кассеты-то нету. Сидишь с умным видом, как будто там все как надо. На другой стороне. Там есть кассеты. Ты камеру переверни, она вот так снимает. То есть видоискатель-то так, вот, так. А объектив там. Леночка. Леночка, переверни камеру, значит, ничего не снимешь. Ну вот. Я этого не снимал. Не комсомола был Игорь Алексеевич, я вас поздравляю за поздравление. Операторов надо, что-нибудь такое. Угу. Ты нас имей в виду, что мы видим оператор. Да. Имей. Во. Я еще не снимал. Все. Это утро. Дим, будешь сегодня нашим оператором? Ой, завтра. Завтра? Или ты завтра уезжаешь уже? Да можно и завтра. Быть вашим оператором. Марина со Светой не могут оператора ходить. До операторов-то достаточно. Иди, знай, камер мало. Так вот, видите, ну сама фирма, она здоровая вся. Светится, находится. Позвони Писареву, чтобы узнать про вторая фирма. Поэтому, чтобы это все спонсировать. 22-86-02.
Владимир Иванович. Это я все знаю, это понятно, что всегда это как бы жуткий. Сейчас я такую барнаульского шоу-бизнеса сниму. Какими-нибудь подарочками халявными, чем-нибудь еще. Вот это пожалуйста. Да, отлично. Экономика. Можно с вами троллем устроить? Вот их я тоже, кстати, не знаю. То есть самое, нет, им это я знаю, но я не знаю. Когда? Утром. Да? Поедняк мне даже. Вот. Чудную улыбку такую на фоне АТМ. Еще тебе надо пропрыгать специально перед этим. Пропрыгать тебе? Конечно. Можно, можно. У нее круто. Дефиле. Я профи. Сейчас не сижу. Вот тут вот сейчас же забрать. Дай мне, я вообще не Короче, Сира, пошел туда к Игорю Алексеевичу. Он нас не возьмется. Мы очень много делаем. Я могу с ней поговорить. Вы не могли представить. Нет, я не могу, мне очень буквально 5 минут с ней говорить не больше. Она сейчас вообще не будет. Да, то есть она, наверное, тоже не пошла в банк, и закончится. Карточку заблокировали напрочь. Захожу сейчас, ну, в банк, в котором я смотрю карточку, подхожу к банкомату, он ничего не выдает. И что получилось? И я целый час ходила по банку, чтобы ее разблокировать. По банку? Да, да. Мне вчера я ходила. Так время терпит еще? Да нет, не терпит, я буду. Че, как у тебя дела? Хай-фай. Ну, или да. Не отвлекайтесь. А это ты кому? А может быть, парень, ты на кого-нибудь работаешь? Угу. А может быть, ты на ФСБ работаешь? Да, может, ты на нас компромат собираешь? Собираю. Ты смотри, парень, мы тебе легко. А ты скажи заодно, пользуясь случаем, а ты думаешь что-нибудь хорошее? Да. Свет. Да, кстати, в принципе, ну, нет, не скажу. Свет. Ничего. Мало. Такие репутации подпочил у нее. Чего? Не жаль. Ой, да влезла поперёк башни. Сейчас брошу, пойду на хоккей. Тематируйте сами свою программу. Эксперта своего. Эксперт сейчас, смотри-ка.
ужас. Прям меня прям лицом в канализацию окунули. Фу, блин. Тебе показалось, как другой текст, Наташа. А там хорошо видно, нет? Там же темно. Хорошо. И она у тебя это подсвечивает. Ну, у меня пол люкса. А? Пол? Сначала, блин, жертвы политических репрессий, а потом 30 лет со дня начала эксплуатации фирменного поезда. Ты не пришел работать? Нет. Завтра два дня мужчины. Нарядный такой, походу. Равно так видно. Он, видишь, собрал, видишь, при параде. Я смотрю. Откуда идешь, Мишка? С работы. Ага. С работы. Ты завтра? Так, надо галстук крупным планом. Не знаю. 58 человек в зоне. Имеет расстреляно 43 человека. В 1938 годах было арестовано 55 учителей, расстреляно 39. В это же время сфабрикована церковная монархическая организация. Из 67 человек священнослужителей и монахинь расстреляли 42, имеет 17 женщин. Эти люди оказались виновными только в том, что верили в Бога. И еще сотни людей погибли на этом месте. В память о жертвах политических репрессий здесь 19 августа 1991 года был установлен обелиск. У нас недавно прошли два пышных, так сказать, помпезных. Да, это... Подожди, это Лариса. Пост. Сначала идет Лена, потом Марина, потом я. Лена первая должна была быть. Пишет? Так вот, ботинка. Маленько воздуха над головой многовато. Вот даже нет, не многовато. Нормально? Нормально. Так больше никогда не снимайте. Потому что такие съемки, смотреть это не, надо его укачивает так сильно. А, Женя, молчи, Женя, подожди. Весь материал вот этот, что снятый, в корзину. Сейчас размоем. Целиком надо. Злати слова. Злати слова, я размою. Подлумитесь, пожалуйста, батя. Или подлумиться над ним. Да, мы так вот, надо встал. Снял картинку, опять перешел, сделал нормальный планчик, без всякой тряски. Вот так ходить с камерой, это портить аккумулятор, и не надо наезжать, отъезжать. И видеоленту зря тратить. И как сейчас выйдет? Так, попробуем поснимать так, как... Тут видите, какой это я развел. Вау, трясу камеру, нехорошо. Сейчас монтажно сниму полминуты. Так снимать нельзя. Так монтировать нельзя. Снимать нельзя. Зато у меня крутые сюжеты. Вот так. Сюжет был снят нормально. Вот. Правда, в двух местах горизонт был завален. Ну ничего страшного. Всемирная государственная поддержка программы детства, обещанная президентом Российской Федерации Борисом Ельциным, на краевом уровне оборачивается хроническим недофинансированием воспитательных учреждений. Их работники вынуждены месяцами не получать заработную плату для того, чтобы содержать своих воспитанников. Особенно удручающая ситуация сложилась за последний год в некоторых районах края, где производство не выдержало времен реформирования. Об этом следующий репортаж нашего корреспондента. Город Горняк Луцкого района Алтайского края имеет славное шахтерское прошлое, летаргическое настоящее, безнадежное будущее, а также два детских дома на своей территории. Сотрудники нашего детского дома не получают зарплату с мая месяца. И
настоящее время нам не на что кормить детей. Нашему детскому дому номер 2 скоро исполнится год. В нашем детском доме в данный момент находится 45 детей. Своих детей мы еще с трудом кормим, хотя уже и в этом мы испытываем проблемы. Но сотрудники нашего детского дома не получают заработную плату с апреля месяца. Оба учреждения находятся на краевом финансировании. Что касается помощи районной администрации, то в силу специфических особенностей района, его бюджет время содержания детских домов не выдержит. Детские дома – это головная боль администрации, или можно сказать просто боль администрации. Надежды на помощь спонсоров не оправдали. Район таковыми не обладает. Крайне множество подобных учреждений. В них положение не лучше. Поэтому последовать примеру дальневосточной психиатрической лечебницы, распустивших своих больных, дабы не обрекать их на голодную смерть в своих стенах, для работников детских домов в недалеком будущем не будет делом нереальным. Дмитрий Клишин для новостей ТН. В настоящее время в край сложился кризис неплатежей, не только бюджетные, но и другие предприятия не в силах выплачивать заработную плату своим служащим. 80 как бы не надо ухмыляться. Это просто интрига такая, заинтриговались вообще. Бедные ребята, но их есть. Да. Это уже было. Куда? В первой серии. А вы мне так и не ответили. Куда? Да. Я буду сюда интересоваться. Мне вообще не безразлично. Я вообще не собираюсь их посылать. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Прямо и честно. В саквояж. Деда, у тебя телефон. У Скворцовой на бумаге. Все-таки менеджер, да? Я еще хотела вчера менеджер ставить. Тоже какой-то звонок. Собака. atm.alt.ru. Ну вот это. Я принесу. Кирилл, ты так не пугай, а? Одному в суд надо будет, другому американке показать. Потому что письмо пишется на имя генерального директора, который каждый из этих писем рассматривает. Понятно. И человек компетентный в этом вопросе.